А, блядь, интересно, а Нюфа не знает, что ты против развала совка? Кстати. Я действительно против развала совка, не иронично до сих пор. Считаю, что это, в общем-то, было ошибкой. Кто просит обоссыть, но не бейте, будет избит и обоссан. Это что ты говорил? Это ты к чему? Сохранили бы генофонд, всех бы нахуй пересажали и сделали бы из укров россиян нынешних. Может быть, а может и нет. Но факт остается фактом, что на войнах погибают самые достойные. И в итоге остается Евросоюз. То есть объединение стран, повернутых на самоуничтожение. Просто полностью повернутых на том, чтобы их самих в будущем, лет через 50, просто не было бы. Что лучше, я не знаю, если честно. То есть вы просто упускаете из внимания такой важный момент, что у вас с двух сторон совок. У вас с одной стороны россиянский совок, а с другой стороны у вас евросовок. Кто из них вас захуярит эффективнее, это еще подумать надо на самом деле. Потому что россиянский совок, он там с танками въезжает и получает пизды. А евросовок, он потом вас к себе приберет просто. Просто на волне неприязни к всему россиянскому и русскому тоже, в принципе. Так что, если вас приберет к себе евросовок, вам пизда. Ну, то есть, как Ирландии примерно. Ирландии сейчас пизда. Ее скоро не будет. Ну, как Ирландии. Вы, если вот такую хотите, ну, пожалуйста. Ваш выбор. Я-то не украинец, не хуя, это вообще не мое дело. Если бы совок не развалился, ты бы сейчас не сидел в США и не занимался тем, чем занимаешься, не так ли? Нет. Ну, то есть я сторонник того, что совок надо было реформировать. Понимаешь, единственный способ, которым совок мог бы не развалиться, это если бы его реформировали, если бы либерализовали его экономику. Как в Китае при Дэн Сяопине. Это сделано не было, поэтому совок крякнул. В принципе, если бы либерализовали экономику совка, он бы примерно как Китай, еще бы ему, не знаю, нахуй лет 100, продолжал бы быть сверхдержавой легко, вообще без проблем, и выезжать из него уже можно было бы, это, ну, короче, как Китай. Совка стаями вылетали бы студенты в Америку, получали бы корочки, возвращались бы обратно. Украина, получается, воюет с большевиками на востоке и меньшевиками на западе. Хорошая формулировка. Ты не думаешь, что пугать нас евросовком немного не к месту, когда... ты не думаешь, что дурачок просто? Ты не думаешь, что пугать нас евросовком немного не к месту, когда какие-то буряты, кадыровцы и урусы бомбят наши города, насилуют и убивают мирное население? Не переживай уж как-нибудь с... я не переживаю, мне похуй, я не украинец. Я вам просто говорю, как будет. Вы бурятов победите, скорее всего, в том или ином виде, да, то есть они либо уйдут, либо развалятся, но вас приберет к себе евросовок. Если вас приберет к себе евросовок, вас просто не будет. Потому что евросовок, он опаснее бурятов на танках. Потому что танк его можно взорвать, и ни танка, ни бурята не будет, я тебя уверяю. А с Евросоюзом ты ничего не сделаешь, абсолютно. То есть он просто как бы вас превратит как в уебанов и все. Ну, вы как бы никакой Украины не будет. Так же, как уничтожается идентичность. Не то, что идентичность, пусть не с идентичностью. Популяция уничтожается, по сути дела, любого государства, которое является членом Евросоюза. Просто его коренная популяция уничтожается. Ну, как бы. Ну, Швеция, она же в Евросоюзе, да? По-моему, Норвегия нет, а Швеция, да. Я прав, да? Ну вот.